Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У каждого дом и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? А плоть диктовала строго: проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К обочине шел и с болью колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыни тянулись. Но вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, ну как он меня заметит? Спешила толпа безучастно, момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило, мир выглядел чудно и стройно, и песнь прозвучала в силе: «Достоин ты славы, достоин!» Во мраке греховном ты тоже блуждаешь, не видя спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий. Вставай, есть возможность прозрения. Аминь.